Привет, друзья. Еду на оффроуд. Не знаю, есть ли там кто-то. Сегодня все разбалансированы, кто доехал, кто не доехал. Баллонь, карьер. Не знаю, дождались ли мы все друг друга. Сейчас посмотрим. Тишина. Никого, я один, наверное. Следы есть уже, наверное, все разъехались. А может и есть, сейчас посмотрим. Не, кто-то есть вон. Не знаю, доеду ли я туда. Как-то тяжело едет. Было тепло, погода хорошая. Все, под песочек подсох. Ха-ха, не едет Ранчо Рокки. Это вам не на УАЗе называется. Сейчас попробую ходом. Видите, какой песок вязкий. Ходом полегче. Так, тут есть съезд или нет? О, есть люди, смотрите, там серьезный оффроуд. Не видно, что спереди только. А есть дорога нормально. Я думал, никого уже нет. Серьезная организация сегодня. Блин, красиво вы построились. Да не, я спешил, еду не брал, стол взял. О, я стол взял, будет день стола у нас. День стола. Давай, прикольная покатуха сегодня. Так я и будем? Говорю, так, чтобы ты торпеду... Да, да, давай. Поснимай фоллоуэром торпеду. Торпеда припала пылью чуть-чуть. Ну, я редко же езжу на этой машине, берегу ее. Не, ну нормально, нормально построили, серьезный коллектив сегодня. Слышишь, вот так можно стоять, во-первых, смотри, какой плюс. Машины целые, все красиво, чистое, мыть не надо. Я, в принципе, и так не сильно мою. Да, оффроуд был на 10 назначен, ну как-то чуть-чуть к двум собрались, в принципе, нормально. Такой ассортимент, слышь, ни одного повтора, да, машины? Все разных брендов. А, не, у нас одинакового бренда с тобой. Ну, модель разная зато. А что у Андрюхи решетка похожа на нашу? Не знаешь? Это тоже? Плагиат? А что, не, на Хаммер тоже же из этой серии или нет? Не, он же Хаммер, это... Отдельно? Да, это General Motors. Вот, блин, а что решетку? Плагиат, да? Я же говорю, плагиат. Сам думал, говорит, украли. Сука, козлы. Да, не, ну классная покатуха сегодня. Слышишь? Отлично. С чистыми колесами стоят некоторые. А, слышь, а что у него колеса чистые в натуре? Ты видел? Андрюха, ты приехал и колеса... Да не, его вертолетом привезли. Шуточка, я обтрусил. У всех колеса в песке, а у него... Не-не, он вертолетом привезли его, наверное. И флаг, видишь? О, еще один достал, слышишь? Его сейчас подымет опять вверх. О, заглушил, блин, как хорошо, да? Трактор заглох. Да. Ничего не покупали, потому что не знали, что мы тут надолго чи нет. Слышь, куда он идет? Я шампура взял. Шампура взял, Руслан. Стол. Мясо стол лучше взял, кто-нибудь да, взял. Да, да, давай. Этот самый, давай. Мальчик есть, шампура есть. Возьми мяско, не знаю сколько. Нас раз, два, три, четыре, пять, давай, шесть. Давай пусть он кинет номер человек карты, мы ему накидаем денег, чтобы да купил. Да, да, да. У кого есть карта, да, те ему бросят деньги. Джипер выходит на арену. Ёбаный бабай, задавить пытался. Что, все? Так а что вы говорили, нельзя заехать? А вообще невозможно. Да что ты рассказываешь, это... Это лайт.
Это лайт. О! Или это машина очень серьезная? Блин, ну круто едет. Так а я сюда заеду? На Вранглере, да? Да не, ну вниз точно я смогу. Нормально идет. О, вот хороший подъем. Все. Задней блокировки. Слышь, там вообще, наверное, сложно, если даже он не может заехать. Да? Бережет машину просто. Как-то она странно работает местами. Не, ну прикольный сегодня оффроуд, ничего лишнего. Во-первых, чисто, да? Ну да. Ни пыли, ни грязи, флаги. Что еще? Мы старались. Иномарки. Ни одного УАЗа, заметь, нету. Они сюда не могут доехать, да? Слышь, застрял, наверное, слышь? А нет. Не, ну без УАЗов это не то, конечно. Из-за этого, да? Так а что, Нива не проедет там, где он ехал? Ну не Нива, а Шевроле Нива. Задом сможет проехать. Давай. Да не, должен проехать. Можешь где-нибудь хоть проехать? Где-нибудь. Жека, давай хоть где-то, блин. Ты должен отстоять честь этого. Я просто лопата в багаже, я для фотосессии. Честь бренда Шевроле хотя бы отстой. Ну, отстоять в смысле, не отстой. Да не, ну издевается просто. Не, чтобы понять, что происходит, я не могу понять. Это так легко или? Не-не-не, Чироки еле сюда доехал, его надо беречь. Развал, смотрю, передних колес. Ну, шаровые там изношены, надо... Я купил, они в багажнике, но тут мы их не сможем сейчас поменять. Они с собой, если в случае чего, можно поменять будет. Ух ты, елки. Не, ну вниз я тоже думаю, что я получится, наверное. Слышь, а как с этой ямы теперь выехать? А вот там есть низкие места. Жека, он долго будет над нами глумиться или нет? Покажи, что Шевроле тоже бренд, не ты только. Больше, чем ты будешь выезжать на свою. Да? Давай же, я поснимаю, ты выйдешь. Ну давай. Так а вдруг я не выйду? Представляешь, какой позор? Сотрешь тогда? Ну конечно. Я буду... снимать на тебя компромат, блин, на два телефона. Застряну. А ты по-любому застрянешь. Да, Рыжая, хочешь поснимать? Ездит, а у меня похожего бренда машина. Не, ну смотри, дай с Руслана Руслана камеру и прокомментируешь. Нет, женский взгляд будет, еще. Женский взгляд на аматоров за рулем. Сейчас я легче машину сделаю. Не надо здесь сходить в туалет, Руслан. Скажи ему что-нибудь. Развелся уже. Уже хорошо, уже. Не смогла, я не смогла. А потом продаю машину. Самовывод. Не с лучше едет, правда? Да. А чего я не заехал? Прокладка между рулем и сиденьем, наверное, не так. Да нет. Ну давай, газ.
совпадение. Чисто совпадение. Все потому, что прошел дождь. Так как, он задом заехал. Да? Да. На нейтральной причем. Я тоже люблю рисковать. Заехал на вот эту. Чуть не взорвался, правда. Ну, заехал, да. Еще разок. Ох, коны бабай, какие ямы. По-серьезному, тут какой-то новенький разошелся, не на шутку. Это красиво уже было. Нормально. Уже должен скоро заехать, мне кажется. Андрюха, Гранд Чероки заедет или нет? Сейчас посмотрим, конечно. Корягу я там выкопал. Круто. Давай, Андрюха, Хаммер должен заехать. Да, он и заедет, но только не сегодня. Выходной сегодня? Хозяина? Почти. Чуть-чуть назад дай заедь. Мало. Сзади, да. Тут не тронется. Не. Чуть не проехал. Блин, тут стекол, слышишь? Животины набили бутылок. Ага, он на горе, я уже наступил немножко. Не, японцы это не горные машины. Только джипы, да. Ох, ёханый бабай, а что это за звук? Надо продавать, мне кажется. Проезжает, да? Да. Вон в стеклах. Вроде не пробил глобально. Что-то колет в ногу. Так, подождите, там серьезный парень берет разгон. Смотри, какой разгон берет, Андрюха. Очень жесткий. Thank you.
Саня упорно продвигается вперед. Поменял траекторию передними колесами. 37-й Трипадор. Почти 300 лошадей, но результат есть. Видишь, как сложно. Нет оборотов, да? Да не, ну это невозможно. После такой серьезной иномарки с V6. Что-то задняя блокировка издает звуки. Надо продавать. А, кстати, колеса тоже 37 триподоры, только какие-то они не такие, да? Олег, а у Сани более злые, да, триподоры? Да, у него же протектор хоть есть. А у тебя такие для этого, для хлебного, да? Да, у меня так. Летом докатывают. Одинаковые? Где одинаковые? Надо. У тебя вроде злее. Ну, у тебя протектор есть, а у меня уже там слики, наверное. Размер такой же. Просто износ. У меня же уже износ. Не нужен? Чуть-чуть нужен или нет? На Атышке на песке гораздо лучше ехать, чем на Трипадоре. Я в это не верю. Я в это не верю. Блин, аж колесо переднее оторвалось. Осторожно там. Смотри, чтобы еще не гнуться. Там вроде не должен. Ну, вот на Атышке здесь ездит гораздо лучше, чем на Трипадоре. Да что-то я не верю тебе. Ну, спущенная АТ-шка, наверное. АТ-шка спущенная. Ну, чуть-чуть. Ну, это тоже сейчас 1.4 у меня на карте. 1.4 сейчас, да? А у меня 2.8. Олежек, хорош, наверное. Туда вправо больше не едь, я тебя прошу. Что-то... Что-то мне не нравится. Это колесо в воздухе, левое переднее. Дубай, видел вообще на песках, на какой резине ездят? Нет. Не вообще видел. Нет протектора. Вообще вот, нас? Да, только вот так канавки вдоль. А, чтобы типа от сноса бокового. Да, да, и все, больше ничего. И она самая лучшая ей. Вот эти патрули, где в гору таксуют. Да, да, и резина вот такая, она вот такого. Вот. Я не верю тебе. Где ты такое видел? Сам ездил на такие. Глянь, ну ему нравится, чтобы переднее колесо отдыхало, да? Чистился протектор в воздухе. Не-не. У меня блок, а не этот сам. Не работает. Ну, без блокировки я тут не выехал. Только когда блокировку включил, тогда выехал. Одну? Две. Две? У меня задняя включена все время. Но не электроды. Ну, раз блокировка. Влево, влево, влево руль. Там такая яма. Да. Опасная. Ну да, зад одно колесо. Левое перестает заднее крутить вообще колесо. Ну, ты ж на коксе здесь. Ну, вот так вот, отсюда разгонялся, он еще дальше. Так, ну ладно, куда-нибудь пусть хоть заедет. Хоть флаг пусть раздавит. А? Я хотел флаг хоть раздавить. Ходу, ходу. Так это чуть дождем придавило, чуть легче, да, стало немножко? Что-то как-то она... Не-не, легче значительно. Как-то пыхтит она. Песком закидает. Ух, ёха, ну бабай. Засыпал нас. Я соберу, блин, задняя работа.
Но она назад работает, а вперед попробуй. Вперед. Развернись наоборот. И вперед работает. Там кардан как. А у тебя принудительная лишь? Опа, смотри, красавчик. Включилась, видно, блокировка. Ты видел, заехал? Там непростая горка. Смотри, блокировка включилась, не щелкает. Не до включения какой-то. Надо вперед-назад было видно. Не-не, у него пневма. Не, ну там уже сложно. Там уже сложно. Ну ты можешь посидеть. Эволюция Жека сюда, Витя ко мне. Ну а я, наверное, гранда. Куда-то он не туда поехал. Ты видел, как включил разворот перед подъемом? Как бы вроде и задний, но не назад, да? Да, да, хитрый вообще. И не скажут, что раз... А, развернувшийся все равно. И нормально. Я и не видел такой шноркель у тебя, какой модный. Да. Оригинал или ж? Придворная. А что за табличка? Тюнинг ателье. Это название Роджер Руш. Шноркеля? Да. Ни хрена себе. Делали этот самый. Это шноркель снимается, и там такая крышечка ставится, чтобы по городу ездить. Да. И этот самый, вот сюда место это. Вместо вообще гусака? Да, вместо гусака. В Америке кто-то делает, я не могу найти. Фотографии видел. Короче, вот этот воздухозабор. 41-й год. Забирается. Серьезный аппарат. БРДМ. Нормально. Гачит, блин. Еда. Я думаю, это еда. Еда. Блин. Еда. Ура! Ура! Слышь, опять повтора нету по машинам. Смотри, Сань, повтора нету опять. Покатуха сегодня, слышишь? Я думаю, к 6 должны быть, блин, машин, 30, блин. Мясо еще до шашлыка. Выложим, да. Неожиданный поворот. А говорят, у тебя есть этот самый, Влад, видео, как мороз ебальником пропахал болото, да? А ну давай, кидай, да? Опа! Серьезно. Он же прямо передо мной. Серьезная техника потянулась, наконец. Серьезно. Ты видел фары новые? Новые фары видел? Конечно. Привет, поздравляю. Спасибо. А где, младший не приехал? На оффроуд? Нет еще? Рано? Через неделю где-то на следующий. Можно зарегистрироваться. Так, Discovery чуть не заехал. Ух, и валит. Сейчас, друзья, мы посмотрим на это все поближе. Пошел дождь. Нормально валит. Машина серьезная, что тут скажешь? Пилот, сами знаете какой. Что, не заехал? А ты по правой или по левой? А теперь Гранд Чероки. Чероки заехал. А Гранд Чероки может. Вот так вот. Я без разгона практически это сделал. Красавчик. Нет, блокировки нету, видишь? А мне да, у меня есть. Но у тебя ж колеса больше.
и новее. Нива теперь красиво, что тут скажешь. Hummer H3, ни одного повтора по-прежнему у нас сегодня. Добавился Patrol 61 и Discovery 1, и все разные автомобили. Очень тут такой грунт сложный. Кажется, вроде просто песочек, но... Макс. Я же забыл, что отбойники оторваны. Да, осторожно, береги, машина на гарантии еще. Зацепил, наверное, крыло. Да там подрежем. Я знаю специалиста, кто режет крылья. Амортизаторы, чтобы не завальцевать. Ну, они как раз... А. Ну, тогда не надо, хорош. Да, хотел... Давай, пойдем. Ну, тут сложно. Тут надо Саню вызывать на Вранглере. Давай, сейчас попробуем медленно. Давай. Колесо оторвалось. Переднее левое в воздухе. Блин, V8 класс, конечно. Хватает, конечно. Попробуй без разгона с блокировкой выйти. Давай. Говорит, попробовать мне. Ну, сейчас попробуем. Уперся, да? Да, и не дает. А у меня, наверное, тоже. Ну, у тебя там чуть-чуть что-то. Ну, ты повыше. Да, мокрый песок — самый сложный грунт на самом деле. Смотрите, я просто не могу ехать. Нужна динамика минимальная, чтобы стартануть. Задом чуть легче. Вот просто песок. Многие думают, да что там песочек, ерунда. Теперь коксу, и на коксе уже, когда есть динамика. Минимальный подъем. И уже сложно. Так, катнули немножко.